Всем доброго дня, меня зовут Александр, приветствую вас на канале Decor Lab Art. У меня на канале есть очень много видеоуроков, также очень много мастер-классов. Также, если вас заинтересует материал, или вы проживаете очень далеко, вам нужен материал, я вам могу этот материал купить и отправить в новой почте, это не проблема. Сегодня у нас уже готовый объект, это у нас идет кухня, декоративную штукатурку лаву мы наносили. Этот объект мы делали раньше всю квартиру, где-то 4 года назад, но на той момент кухню не делали, она была просто покрашена латексной краской шелковисто-матовой. Где-то через 4 года у меня заказчик попросил, чтобы сделать ей кухню, потому здесь были моменты, где стол стоит, там немножко поотбивалось и также немножко нужно было попоклевывать. Особенность у нас была в следующем, так как у нас уже были покрашены стены, и это очень часто задаваемый вопрос, что делать, ребят. Мы были взяли, немножко подтянули финишем. Дальше, так как это кухня, мы взяли, промыли стены, чтобы не было жира. И дальше нанесли самую лаву по принципу нанесения. Сначала у нас была латексная краска фирмы Faidal in Latex Matte. Мы ее покрасили в 2 слоя. Дальше мы взяли и нанесли декоративную штукатурку лава. При данной технике нанесения мы где-то ее разбавили на процентов 5, потому что нам нужно было рисунок небольшой. Но и также есть особенности. У нас под низом была шелковисто-матовая краска. И как бы материал очень долго подсыхает, потому сразу же ответ, то, что меня очень часто спрашивают, мы же делаем с братом вдвоем. Есть вопросы, можно ли нанести одному. Ребят, если у вас под низом шелковисто-матовая краска, сверху матовая, очень долго сохнет материал, очень хорошо стыкуется, никаких проблем нет. Так как мы работаем вдвоем, это как бы для меня немножко было необычно, потому что очень долго сохнет. Принцип следующий, мы взяли, просто нанесли декоративную штукатурку лаву, вперед у меня брат идет щеткой, соткой, наносит материал, дальше я пластиковой кельмой разравниваю материал и дальше делаю восьмерочки. Если у кого-то будут какие-то вопросы, вы ко мне можете обратиться, внизу есть все мои ссылочки на Instagram, Facebook, есть мой номер телефона. Также не забываем подписываться на мой канал и ставьте лайки. Продолжаем работать. Нам сейчас самое главное забрать эти все вот ямки. То есть нам нужно это все взять, пошпаклевать. Также есть вот такие вот моменты. В этом случае, я так понял, немножко там или сбили, или что там сделали, взяли. И кисточкой все прокрасили, потому что очень много полосит. Я там дальше видео это все поставлю. Принцип следующий. Мы взяли, все промыли. Дальше вот эти вот места мы взяли, загрунтовали. Дальше берем акриловые финишные шпаклевки фирмы Faidal. Ребят, она идет очень густая, но для того, чтобы она у вас не была очень густой, мы берем и немножко перемешиваем. Потому что некоторые мастера берут и говорят, что она очень густая, ребят. Как бы да, я не спорю, она очень густая, но когда мы начинаем ее перемешивать, она делается у нас жидкой. То есть мы вот взяли немножко шпаклевки. И все, как бы у нас уже шпаклевка готовая к самой работе, она идет уже очень мягкая и очень жидкая. Это делается для того, чтобы при нанесении на больших каких-то объемах и очень больших перепадах у нас не было больших усадок. Потому состояние данной шпаклевки, это идет нормально. Здесь не нужно говорить, что она очень густая или что. При перемешивании она делается вполне адекватной, хорошей шпаклевкой. И в чем особенности, она выдерживает хорошие слоя и также она очень легко наносится. Потому сейчас мы берем вот эти моменты и просто берем, подшпаклевываем. Мы продолжаем работать, подготовку стен мы уже сделали, мы взяли все, подшпаклевали, там где нужно, также взяли все, затерли и загрунтовали. При покраске, если мы берем где-то частично что-то подделываем, нам сначала нужно прокрасить те места, где мы доделывали, дальше мы красим все сплошняком. Краска у нас идет подложка и латекс мат фирмы Faidal, она должна быть стойкой к мытью и к стиранию, для того, чтобы когда мы наносим декоративную штукатурку, нам было легко ее нанести и также застыковать на объеме. Потому сейчас мы берем, красим те места, где мы немножко пошпаклевали и дальше красим все сплошняком.
Мы взяли все, прокрасили, теперь даем время где-то в среднем. На таких объектах, когда мы что-то переделаем, мы даем сутку, чтобы оно все хорошо у нас просохло. И со временем где-то что-то не отлетело. И дальше будем наносить декоративную штукатурку лавом. Ребят, но очень важный вопрос мне задают. Можно ли переделывать основание? Можно, только за условие, что вы уверены, что у вас раньше по технологии все было сделано. Если там все было сделано по технологии, никаких проблем нет. Спокойно берите и переделайте. Оставляем, что у нас материал полностью, подложка просохла, эта краска на латекс мат, и дальше будем наносить декоративную штукатурку лава. Мы приступаем к работе на объекте, стены уже у нас полностью подсохли, а именно краска, подложка и латекс мат. Сейчас мы приступаем к нанесению декоративной штукатурки лава. Есть особенность: под низом у нас была шелковисто-матовая краска, потому материал очень долго подсыхает. Поэтому сейчас мы берем, наносим лаву, наносим ее все равно в две руки. Сначала у меня брат идет наносит кистью, дальше я шпателем, пластиком делаю рисунок. Материалы где-то разбавим в среднем на процентов 5.